И в начале выпуска о крупной аварии, которая произошла буквально несколько часов назад в Саратове. На улице Комсомольская КамАЗ на полном ходу врезался в стену жилого дома и подмял под себя легковой автомобиль. В момент аварии в салоне Deonexia находился молодой человек Дмитрий Михайлов, который буквально чудом не пострадал. Он рассказал, что подъехал к перекрестку, чтобы забежать в магазин. Однако через несколько минут увидел, как с Соколовой горы по улице Комсомольская на полной скорости несется КамАЗ. По словам Дмитрия, он ехал в перинатальный центр на выписку, чтобы забрать жену с ребенком домой. Подъехал к магазину «Красно-белый» и сидел в машине. И моментально, минут пять спустя, смотрю, как КамАЗ едет, сшибает занавес от Парка Победы. Ну, я не понял, то, что без водителя. А потом смотрю, он едет прямо на меня. И не выскочил, только когда был удар. И все. Должен был сейчас жену ехать забирать, 1:30. И вот не доехал, теперь срывается. Надо просить друзей или родственников, чтобы приехали за ними. Как выяснилось, после столкновения в кабине КамАЗа не было водителя. Он прибежал к месту аварии через 10 минут. Жителям пришлось самим резать топливные шланги, чтобы заглушить двигатель грузовика. Сейчас на месте до сих пор работают полицейские. Сам водитель пояснил, что из строя вышел ручной тормоз и КамАЗ сорвался со спуска.